Друзья, современные двигатели крайне чувствительны к качеству топлива и воздуха. Случается так, что из-за пыли и масла подклинивает дроссельная заслонка. В российских условиях производить очистку дросселя и топливной аппаратуры необходимо каждые 30-40 тысяч километров пробега. И у компании Liqui-Moly для этого есть специальные составы. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива и очиститель дроссельных заслонок. Начнем с очистки дросселя. Рекомендуем делать это с демонтажом для достижения наилучшего результата. В качестве меры предосторожности нужно отсоединить отрицательную клемму заземления аккумулятора автомобиля. Чтобы извлечь из-под капота корпус заслонки, понадобится снять воздуховод, который идет от воздушного фильтра до заслонки. Откручиваем несколько крепежных болтов, а также отсоединяем необходимые разъемы, например, разъем с клапана продувки абсорбера. В работе применяем очиститель дроссельной заслонки. Перед применением баллон необходимо тщательно встряхнуть. Наносим средство на участки, требующие очистки. Оставляем подействовать на 2-3 минуты. После размягчения загрязнений удаляем их мягкой салфеткой. Не используйте жестких щеток, это может привести к повреждению механизма. При необходимости повторяем процедуру. Сборка узла производится в обратном порядке. Теперь приступим к очистке топливной системы. Для этого будем использовать состав Direct Injection Reiniger. Это специальное средство для очистки форсунок непосредственного впрыска систем GDI, FSI, D4 и подобных. Заменяет очистку на специальном стенде. Позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолы и отложения. Снижает расход топлива и выбросы вредных веществ. Эффективная работа присадки рассчитана на объем топлива от 40 до 70 литров. Смешивание в баке происходит самостоятельно. Состав, работающий при повышенных температурах, защищает дорогие конструктивные элементы от износа и коррозии. Друзья, сегодня мы вам показали, как обеспечить своему автомобилю эффективный холодный запуск, стабильный холостой ход и низкий расход топлива. Берегите ваш автомобиль вместе с Liqui-Moly.